Численность клопов резко увеличилась в конце 20 века. Ученые связывают это с запретом на использование в быту некоторых ядохимикатов и частой миграцией населения, особенно из стран третьего мира в цивилизованные. Постельные клопы отличаются своей высокой плодовитостью и возможностью выживать при разных температурах. Это делает их практически неуязвимыми. Низкой температуры, например, до нескольких градусов минуса, они совершенно спокойно могут долго жить. Примерно сутки живут при температуре около 16 градусов, минус 16 градусов. Жару тоже неплохо переносят, по крайней мере, под 40 градусов они нормально существуют. Плодятся очень быстро. За жизнь, например, самка клопа может до 1500 яиц отложить. Развивается быстро у них период развития индивидуально. Вот яйца до взрослого насекомого занимают около месяца. Одну самку принесли, и за очень короткое время уже вся квартира может быть заполнена клопами. Питаются клопы исключительно кровью, а живут где угодно – за плинтусами, в мебели, в вещах, бытовой технике и даже в книгах между страницами. Поэтому принести домой их проще простого, например, с вещами, купленными с рук или привезенными из поездки, или от нечистоплотных соседей. Клопы легко мигрируют по квартирам и даже из дома в дом. Это вполне реально, могут привозиться вот, ну, в чемоданах с вещами, да, могут с какими-то вещами, приобретенными там, значит, быть привезены сюда вот такие насекомые. Поэтому на это надо просто обращать внимание, за этим нужно следить. Люди, которые выезжают в отпуск, ну, более внимательно должны относиться к своему багажу, к тому, что они везут. Можно, конечно, бороться и самостоятельно, но для этого надо, единственное, все закоулки как следует обработать ядохимикатами, ну и соблюдать осторожность при перемещении по городу, допустим, посещая другие квартиры, если там известно, что есть клопы, то внимательно относиться к вещам, к своей же одежде, но хотя это сложно. Если в жилище появились клопы, не ведите с ними борьбу в одиночку. Только специальные препараты и санитарно-техническая обработка с помощью профессиональных агрегатов могут помочь. Так, например, из мебели клопов выводят напором мощной струи горячего пара. В быту вряд ли у каждого есть такой прибор.